Просто как следует проучишь, чтобы знал, кому перешел дорогу. Останется без ног и хрен с ним, но не убивать. И так проблем хватает. Ясно? Ну да, ясно. Смотри у меня, потом заходи в бар. Черт! Мать вашу! Куда я штаны задевал? Я тебя вчера слышала с той шлюхой. Надо бы полицию вызвать. А если Вита сядет из-за этого урода... Мужчину с пистолетом. Эй, ты что там делаешь, а? Понял. Тут машину угоняет, преследую. Ясно. Поговорим. Что, нравится? А, черт! Давай сюда, козявка! Убью малявку. Нежный какой, уши побить нельзя. Нежный какой, уши побить нельзя. Попробуем еще раз. Это не я, клянусь, это Сэм. Пожалуйста, это не я. Я ничего никому не говорил, богом клянусь. Это Стэн. Это он талоны покупал, клянусь. Эту отмазку я уже слышал. Я не вру. Это Стэн копом донес. Не я, честное слово, клянусь. Ладно, допустим, я поверю. Где сейчас этот Стэн? Он только что сменился и пошел сразу на станцию. Там на Бирклинд идет поезд в 5 и не вернется до самого суда. Рассказать, что будет, если ты наврал? I'm happy.
bum a smoke? Sure, here, have a Big Break cigarette. All right. Wow, these Big Break whites sure are light. Thanks a bunch. No problem, Marty. No problem is right. Not with these Big Break whites. Big Break filter cigarettes. Rich reds, light whites, and smooth blues. Take a break from it all. Стэн, ты куда? Чёрт! Ну всего на пару слов. Всё, ты меня достал. Ну, прямо циркач. Убью его. Сволочь. Запарил бегать. А теперь слушай внимательно, Стэн. Сегодня уедешь из города и никогда не вернешься. Ладно, но это ничего не изменит. Это еще что значит, черт возьми? Ничего. Осталось 9 здоровых пальцев. Сейчас будет 8. Есть еще один. Он знает очень много. Не только про ограбление УРЦ. Прокурор сказал, он всех утопит. Прокурор не шутит. Он всю вашу шарашку пересажает. Кто этот тип? Не знаю. Не знаю. Я слышал его. Его где-то охраняют копы. Видно, я не настолько важен. Ты не важен, запомни. Вставай давай, а то опоздаешь на поезд. Это Джо. Позови Луку. Сейчас. Подождите минуточку. Это Барбара. Джо,
Все готово? Да, но есть еще кто-то. Что это значит? Заправщик сказал, у прокурора есть еще свидетель. Кто-то, кто утопит всю организацию. Чертов Мазио, я знал. А это еще кто? Ричи Мазио. Его взяли в прошлом месяце. Тупой как пробка, но всех нас похоронит. Черт. Ладно, слушай. Найди, где его держат. Как хочешь, так ищи, но найди. И сделай так, чтобы он заснул вечным сном. Понял? Да, понял. А от Вита что-нибудь слышно? Твое дело, Мазио. Вита займемся мы. Empire Bay, Empire Bay. Empire Bay, Empire Bay, Empire Bay. Дело. Тебе кто-то с утра в тарелку нагадил? Да, капитан, когда поставил меня нянькой. Хочешь, пожалуйся прокурору. Главные свидетели всегда в дефиците. Проснись. Да и вообще играть в карты всю ночь не самое плохое. Эй, а ну отвали, пока да я тебе просто говорю, делать мне больше нечего. Сторожить поющего бандита. Можно подумать, мне интересно. Эй, знаешь что? Может быть, тебе повезет и появится вагон бандитов. Да уж, умеешь ты подбодрить. Ты в курсе? Не стоит благодарности. Черт! Надо найти машину. Тут машину угоняет! Преследую! Ой, понял.
вагонщика. Ясно. Ворота заперли.